Наш правилагерь Oasis – это платформа для выпускников детских домов Кыргызстана, которая наиболее подвержена различным рискам. Мы даем основные знания, навыки по правам человека, по жизненным навыкам, которые они могут применить в своей жизни, чтобы обезопасить себя. Спортивное мероприятие, и предыдущие дни у нас был турнир по фрисби, по футболу, и сегодня у нас был турнир по флорболу. Это хоккей на полу, командный дух они там вырабатывают, выплеск эмоций, они раскрываются, какие они есть на самом деле, характер свой показывают. И через эти игры мы воспитываем любовь к здоровому образу жизни, чтобы ребята в дальнейшем могли определиться, каким видом спорта заниматься, и чтобы вели здоровый образ жизни, чтобы не попадали под влияние этого окружающего большого мира.